Вже після зустрічі персоналу з адміністрації ми поспілкувалися з одним із працівників ЧАЕС, який пропрацював на станції дві зміни поспіль, Валерієм Семеновим, якого, мабуть, ви бачили в репортажі одного із центральних телеканалів з ЧАЕС. По-перше, не впізнав, коли побачив тебе у каналі BBC News. Була така борода, не бриться до перемоги, і поки не покинеш. Ні, побрився, а потім вже не брився. Да, поэтому, ну, особенности такие. А ты вообще считал, сколько дней ты пробыл на станции? У тебя рекорд? 44. Не, я же обозначил, что не только у меня этот рекорд, а еще у 14 человек, которые остались с нами. Что самое сложное было в эти дни? Самое сложное, я не знаю, что. Этот период длился как страшный сон, просто как один день. И он не прекращался все вот эти 44 дня. Вот это самое сложное было. Ну, наверное, облегчение настало, когда уже украинский флаг над Чернобыльской атомной взвился. Ну, это было 2 числа. Подняли под гимн, мой персонал весь присутствовал, я был на пульте. Персонал вернулся, мы свой флаг подлатали. У нас дворик караульной службы ВЧ-3041. Нашли флаг старый. Подлатали, и в 11.05 уже мы подняли свой флаг, ну, за наших парней, за все, что их увезли. То есть дворик караульной службы — это совершенно другое. Поэтому вот так. Но вообще не было вот опасения, что могут вернуться? Или было ощущение, что они уезжают? Нет, опасений у меня не было, что они вернутся. У меня опасение было в том, что те из-под Киева могут любые заскочить. Да. Поэтому они стояли где-то до сумерек, до 7:30, охраняли въезд на станцию с внешней стороны. Поэтому так больше беспокоило то, что злые побитые могут заскочить. Вот это. Ну, вообще, 44 дня на станции, есть какая-то определенная монотонность? Или все-таки вот этот вот нерв войны, он все это выбивал? Ну, я бы не сказал так. Смотрите, получается... До первой ротации все уже практически было настроено, налажено все. Когда был, о чем я сегодня уже заявил на конференции, когда прибыл новый персонал, у меня и нервы, и трудовые затраты спасло то, что 14 человек осталось. И в основном это начальники смен подразделений были. Вот это очень спасло. Ну а потом уже, я говорю, наоборот, такая монотонная работа, опять все стабилизировалось, и опять пошла монотонная работа. В принципе, вот так. Так, по работе, что хочу сказать. Мы просто делали свою работу. Каждый свою, согласно своих должностных обязанностей, все выполнял. Ни больше, ни меньше. Да, период такой сложный. Были единственное, что добавилось к обязанностям всем, это угроза находящихся людей, которые находились внутри станции вооруженных. Вот эта угроза только к функционалу добавилась. Но они вообще входили на станцию или не входили? Ну, как не входили? Внутри промплощадки они были. В особо важные зоны они ни один не попал. Да. Не попал, потому что боялись или вы их напугали? Ну, потому что мы определенные мероприятия провели, чтобы их там не было. Ну вот легенда о рыжем лесе, она вызывала и хохот, я не знаю, и раздражение. Вы когда услышали о том, что оккупанты окапываются в рыжем лесу? Когда вы вообще услышали об этом? Ой, я не помню. Даже не помню и этому не придавал значения. Я скажу так, что те 300 человек Росгвардии, там, наверное, 250-300, которые находились вне объекта на санпропускнике 14.30, они 2 недели были без воды и без света. Поэтому я не удивлен, к чему это привело. Начали сами светиться, да? Ну, я не знаю, как они начали. Была же дозиметрия у них своя, с войск РХВЗ. Вот так как-то. Они должны были осуществлять эту функцию. Мы им сразу довели, что вы не просто на атомной станции. Вы на разрушенной аварийной атомной станции, поэтому держите ухо востро. В итоге дозиметристы после моих этих говорят: так у вас тут как курорт, у вас все чисто. Ну вот к чему это чисто и привело. Ну а потом они выкопали, где будет получше. Да? Ну, не знаю, как они выбирали это место и зачем.
бытовые сложности были? Вот я так понимаю, вы спали там в кабинетах или конечно, где-то там? Конечно, конечно. На стуле? Ну, и столы сдвинули, как могли, скажем так, выкручивались. Смена как распределялась? То есть 8 часов работы, 8 отдыха и 8... Нет, в основном у нас вот на нашем рабочем месте 4 человека. Получается, днем каждый занимался чем хочет. Я имею в виду в плане выполнения своих должностных обязанностей, то, что 4 позволяло. А чаще всего один кто-то, кто оставался в ночь, он отдыхал в течение дня. Остальные выполняли днем эту функцию. Тот, кто, заступая на ночь, он готовился, он отсыпался тоже перед ночной, чтобы заступить на ночь. Вот так и держались. На следующую смену пойдешь или пока паузу сделаешь? Нет, я поеду обследуюсь, хочу отдохнуть, обследоваться. Как-то вот так. Еще не планировал.